Всем привет! По заказу интернет-магазина F-магазин проведу видеообзор колеблющейся блесны Касадака Микрон. Данная приманка выпускается в трех размерах. Есть блесны длиной 33 мм, они весят 3 грамма, 41 мм весит 6 грамм, ну и также приманки длиной 50 мм весом 9 грамм. У меня на обзоре самый маленький представитель из линейки микронов. 3 грамма заявлена масса. Сейчас мы с вами посмотрим, какая реальная масса у данной приманки. Но обычно эти блесны весят где-то на грамм больше, чем заявляет производитель. Ну вот, можете видеть, что данный экземпляр весит 4,12 грамм. То есть имейте в виду, что реально блесна на 1 грамм тяжелее. Как можно видеть, Касадака Микрон имеет вот такую вот вытянутую, не широкую форму. Блесна имеет вот такой вот, немного похожий на S-образный изгиб. Блесна в районе тройника имеет вот такую вот круглую вогнутость. Как вы уже могли заметить, блесна оснащена двумя достаточно крупными заводными кольцами диаметром 6,5 мм и тройником. Причем микроны есть в двух версиях, оснащенные тройником и одинарным крючком. И вот эти версии отличаются цветами. Если Касадака Микрон идет с тройником, то вы можете встретить эту приманку в таких расцветках, как розовый, серебристый, золото, желтый с красной полоской, всего 8 цветов. Ну и также есть версия с одинарным крючком, там будет 7 цветов, и они другие, то есть там различные оттенки зеленого, кислотного и тому подобное преобладают. Блесна за счет своей массы и формы очень дальнобойная, отлично играет как на равномерной проводке, так и на твичинге. Причем твичить рекомендую данную блесну короткими мягкими рывочками. Ну и не забывайте делать паузу, на паузе блесна осыпается. Данная блесна одна у меня из любимых при ловле на море, то есть огромное количество разнообразной рыбы было поймано. Это и ласкири, и бычки, и зеленухи, и даже сарган был пойман на данную приманку. В общем, одна из лучших, так скажем, блесен для ловли на море у меня во всяком случае. Единственный момент, я вот этот тройник меняю на одинарник и ставлю флоу-триггеры в размере номер 10, ну чаще всего. Если рыба крупная, то можно поставить флоу-триггер в размере номер 8. Если же я ловлю окуня, то вот этот тройник оставляю на месте, ну или иногда меняю его на S59 крючок от Owner, это также одинарный крючок. Блесна очень уловистая, очень мне нравится уже на протяжении нескольких лет, поэтому рекомендую вам, рыболовам, обратить внимание на эту приманку. Всем спасибо за просмотр, всем пока!